Уголовное дело по обвинению экс-президента Кучмы окончено. Сейчас проходит стадия ознакомления обвиняемого и его защитников с материалами дела. Мы планируем после ознакомления направить это дело в суд для рассмотрения по существу. И в качестве доказательств по этому делу приобщены в том числе и эти пленки, о которых вы говорите. Окончательную оценку допустимости доказательств даст суд, который будет рассматривать это уголовное дело. То есть на стадии следствия дело в отношении Кучмы прекращено не будет. Доказательством вины Кучмы являются не одни лишь пленки. Есть и другие доказательства. Например? Но суд, ну, есть и показания свидетелей, и экспертизы. Но, повторюсь, суд имеет право не признать доказательствами любые данные, представленные следствием. Обоснованно это мотивировав. Как свидетельские показания, так и заключение экспертиз. Поэтому, независимо от того, какое было решение Конституционного суда, суд, рассматривавший бы дело Кучмы, мог отвергнуть любые доказательства, представленные прокурором. Любые. Правильно это мотивировав.